Добрый день. 26 апреля 2020 года, 7 часов 13 минут вечера. Мы хотели на гору Дьявол заехать, но она закрыта из-за карантина. Вот тут ворота, дорога закрыта и парк закрыт. Вот. А открыт вообще с 8 утра до заката написано. Ну ладно, на гору хоть посмотрим издалека. Вон она там виднеется. Мы туда ездили с Ларисой, но у нее машина начала перегреваться, и мы решили не рисковать. Вон тут пасутся коровы. Далеко, далеко на лугу пасутся кто? Козы. Далеко, далеко на лугу пасутся кто? Коровы, пейте, дети, молоко, будете здоровы. Слышишь, как сверчки поют? Даже пешком туда нельзя идти. Ох, какое дерево. А видать, один человек там дежурит. Парк закрыт, значит, машины запрещены, а на велосипеде можно и пешком можно. Вот, 6 футов нужно держать между велосипедистами. Вот, значит, тут, сейчас я увеличу, нет. Вот, значит, уведомление о закрытии парка. С целью защитить общественное здоровье и безопасность во время ответа штата на коронавирус 19, этот парк временно закрыт. Если есть вопросы, звоните по телефону или по электронной почте. Спасибо вам за понимание и... Спасибо за посещение калифорнийских государственных парков. На двух языках написано. Северные ворота. Мы довольно-таки поблуждали долго. Даром. И все из-за меня. Рома говорит, я не люблю пользоваться навигатором. Я считаю, что я умнее его. Но, увы, не получилось, да, Ром? Он, Рома, меня фотографирует. Так что доверяй Жене, но проверяй. Ладно, я сейчас выключу. Потом еще поснимаем, потому что мало времени остается.